Друзья, всем большущий привет и мега позитив вам. С вами я, как всегда, диджей Джей. Ну вот моя праздничная одежда, елка, Дед Мороз, подарки. Ну и, конечно же, энергетический напиток Йети. Очень вкусный и полезный напиток. Меня нереально распирает и бодрит от него. Советую вам всем попробовать. Ну а для более подробной информации заходите на www.yeti.kz. Ну что ж, для чего мы сегодня собрались с вами? Я хочу представить свою новую работу. Это демо-версия моего нового альбома. Ну, погнали, типа. Да, и чуть не забыл. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто был в клубе Prime, White Hall и Ultra. Мне было безумно приятно провести с вами время. Астана, Алмата, Караганды. Да просто весь Казахстан. Я люблю тебя. Freeplays DJ. Но это новая работа совместно с украинскими диджеями. Работа под названием EFD с моего нового альбома. Но это пока останется только между нами и в тайне. SoundCloud.com. Да, друзья, чуть не забыл. Объявляю новый конкурс. На те треки, на которые я еще пока не придумал название, вы можете предлагать свои премьеры. Все премьеры рассмотрю лично я, совместно с теми людьми, которым я записывал эти треки.
Лучшие варианты станут названием для моих новых работ, а авторы получат вознаграждение от меня лично. El Exit Featuring Soul DJJ. Друзья, хотел бы отметить, что этот год для меня был очень выдающимся. Огромное спасибо всем вам за вашу теплоту, любовь и поддержку. Оставайтесь такими же веселыми, позитивными. Слушайте меня, я буду слушать вас. По крайней мере, прислушаться к каждому вашему слову и замечанию. С вами был я, DJJ, весь этот год. Надеюсь, я вам подарил максимум добра, любви и позитива с помощью своих треков. Я не прощаюсь. Я говорю, еще увидимся. Именно в этом году я представляю свой новый альбом. И будет тут же видеопрезентация в прямой трансляции с клуба La Scala. Об этом чуть позже на моем твиттере, одноклассниках, ну и на гугле. Пока. С вами был я, DJJ. И энергетический напиток Йети. Зарядись по самые Йети.